Абитуриенты, которые в следующем году планируют поступать в средние профессиональные или высшие учебные заведения, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Для этого нужно стать обладателем знака ГТО. Важно успеть выполнить все нормативы до 31 марта следующего года. Участники, которые выполнили нормативы в 2023 году на серебро или бронзу, но не перешли в следующую возрастную ступень, попадут в распоряжение на знак отличия только в 2024 году. Узнать подробную информацию и сдать нормативы ГТО можно в центрах тестирования, расположенных в городских округах Московской области. Адреса можно найти на карте портала правительства Московской области.